Раз, раз, всем привет. Друзья, давайте все вместе поаплодируем, чтобы вы понимали масштаб мероприятия и насколько нас здесь немного. Друзья, очень рад видеть ваши лица. Вы самые лучшие, потому что, несмотря на дождь, несмотря на непогоду, несмотря на то, что мы разослали приглашение на этот концерт только вчера ночью, вы сегодня здесь, вы с нами, и мы сегодня празднуем великий праздник. Дело в том, что я закончил такое учреждение под названием Российская Академия Музыки имени Гнесиных. Да, и наконец-то все закончилось. Теперь я дипломированный специалист и могу, в общем, уже делать то, что и делал с дипломом. Да, могу выступать, вот решил выйти в клуб Козлова. Со мной сегодня мои друзья-музыканты, потрясающие парни. К сожалению, Антон Давидянс не смог вместо него сегодня. Евгений Смирнов на басу. Михаил Кадурин на гитаре. Владимир Нестеренко с нами. Ромыч на барабанах за стеклом. Хоть он и огражден от нас неким занавесом, он все-таки будет с нами и будет вас сегодня прокачивать танцевальными ритмами. И начнем мы с песни, на самом деле, которую я пою уже, наверное, лет 5, и узнаю в ней очень много нового, потому что в произведениях таких мэтров, как Херби Хэнкок и Джон Мэйер, можно ковыряться и ковыряться, и находить каждый раз новые какие-то нюансы. Называется эта песня «Stitched Up». Exactly how you hear it is exactly how it all weighed down. It was happening in the beginning. When the next one you think is your turn around. Truth there was a woman. Boy, yeah, she did vanish in my way. And I can't be sure exactly, but I swear you'll say my name. I want to wish she's gotta go.
Что ж, начало достаточно оптимистичное. Посмотрим, что будет дальше, ведь времена наступили тяжелые, очень трудные. Дождь мешает людям приходить на концерты, компьютеры не запускаются, процессоры вокальные не работают. В общем-то, мы живем в очень крайне опасные годы. 2013 год все-таки, недаром это число магическое, и оно признано неким злым чаром. Hard times. So having hard times. Thank you.
потрясающая певица, я ее совершенно случайно открыл здесь, в клубе Козлова. Приходите на концерты группы Think Twice. В общем-то, там все звучит очень классно, и я вам обещаю, что вы будете довольны, и голос Алены вас просто очарует с первых нот, не так, как здесь. Спасибо, Аленочка, спасибо большое. Собственно, следующая песня опять на тему любви. Если предыдущие пели, что настали тяжелые времена и невозможно найти в этом городе любовь, то все-таки Джон Ледженд ее умудрился найти. Он, конечно, живет не в Москве, но все-таки, если любовь есть где-то в этом мире, значит, она, возможно, появится и здесь. И, может быть, люди станут добрее и будут любить друг друга и не просить ничего взамен. We just don't care. Thank you.
through so well. Keep me wrong when you go, when you go. Наш басист не просто любит, он ее обожает. Потому что это великий легендарный Джимми Роквай, и партия баса там крайне уникальная. И играть ее могут только несколько людей в Москве, а во всем мире, наверное, один. Да. С нами, кстати, Родион Газманов, друзья. Давайте его поприветствуем. Его 28 числа презентация альбома. Это потрясающее событие для любого музыканта. Мы его с этим поздравляем сейчас, и будем поздравлять 28 числа. Будем петь обязательно. Что ж, run away! Я не знаю, как это случится, но это должно произойти. Thank you.
Я вижу, что стало в зале намного жарче, по крайней мере, на сцене точно. Здесь ковры, от них идет тепло. Родион, снимай пиджак, сейчас будем танцевать. Я так по-русски могу делать. Ну, хорошо, сейчас мы сделаем для тебя современную прямобочковую конструкцию, по которой просто нужно двигаться и отрываться. А Райк, что ты выходишь к нам? Ты хочешь с нами станцевать? Кстати, вот Араек очень вовремя подошел, потому что для исполнения следующей песни я, пожалуй, вызову Ксюшу Коломбатскую на сцену. Давайте ей поаплодируем. Спасибо большое, что она сегодня с нами. Это потрясающая певица Ксения Коломбатская. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Мы не могли не поддержать Марика, потому что Марик очень надул. Давайте еще раз его поддержим. No one, no one, no one, no one. I'm sorry, 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 sorry. It hurts me, it hurts you, hurts me. What to do? I'm so good, so good, so good, so good. You try to make your business at the cost.
подходи, а то укусим. Макился. Не подходи, а то укусим. Макился. Не подходи, а то укусим. Макился. Не подходи, а то укусим. Друзья, Ксюша Коломазская с нами. Сейчас хочу позвать группу Orange сюда, потому что не хотим вспомнить. Друзья, нас выгоняют, но мы не против. Давайте поаплодируем группе Orange Band. Сейчас они выйдут и просто устроят здесь хорошо. Эти ребята проверенные и очень классные. Давайте их поддержим бурными аплодисментами. Очень здорово, что у нас сегодня такая джемовая классная атмосфера. С нами сегодня Марк Юсин. Войну проиграешь.
Ксюшу Коломазскую группу «Оранж». Давайте их еще раз поприветствуем. Очень здорово. Вообще, когда я решил выступить в клубе Козлова 23 мая, мы с Арайком и с клубом Алексея Козлова задумали такое мероприятие под названием «Funky Time». Вообще, мы рассчитываем, что это мероприятие будет проходить регулярно, как минимум раз в две недели, может быть, раз каждую неделю. Вот, и очень классно то, что к нам пришли друзья-музыканты. Мы так и хотели, чтобы это был такой некий джем, и просто наши друзья выходили и выступали вместе с нами вообще, и без каких-либо слов и договоренностей просто выходили на сцену и брали микрофон. Как вам вообще такая идея, чтобы просто люди выходили и пели с нами? Классно? По-моему, тоже классно. Идея очень музыкальная, музыку нельзя останавливать. Собственно, об этом следующая песня. Она гласит о том, что если музыка остановится, то мир просто пойдет ко дну. На самом деле, без музыки невозможно ничего. К нам пришел наш друг с дредами, Андрей Коноплев. Привет! И давайте петь ее вместе. Все-таки это же попса, как-то. Close, don't you feel the passion?
baby, to explode. Maybe I want this operation, no one has to know. This is that private show. Do you know what this guy? I just can't believe my life. Nowhere I'm getting on the dance floor. And tonight, you whisper on my wings. Just let the music plays. Sometimes we dance, what my chance. Now we're face to face, cause I wanna take you away. Будет хип-хап, и мы пригласим Сашу на 8 тактов. Саша, 8 тактов, выходи к нам. Thank you.
пойдет фристайл, где? Дайте шуму, камон, эй, рэпера, респект, и сейчас будет волны, фристайл, я знаю это. Чисто мой стайл, это геймстайл. Я вырос на улице, хоть и немножечко сутулиться. Наши граждане, которые ходят днем на эти концерты, и все мы всплакнем и скажем, могилься в лучшие. Я закончил груз и вышел выступать, но вот какой облом. Репы не случилось, будем играть, как обычно, вот этот музон. В это время сигарный дым заполняет зал. Место пуза в этой старенький кабак. У заведения неудачно припаркован Кадиллак. На сцене неизвестный джаз-бэнд свингуя, речь добавляет сленг. Теплый, конечный блюз согревает публику бармена. В исполнении черного старика блюзмена твою душу наполняет страсть. Старый, разбитый, верхний карма бас. Трубы и сакс дополняют вас. Три африканки поют пунктом в один голос. Слышу барабанщик, кикснул, но нет, это смещение, тот свет погаснул, где он продолжает. I wish that I could fly to the sky, so where I am.
Все-таки, да? Вы как? Вы с нами? Да! Отлично! Расскажите друзьям то, что у нас здесь сегодня вот так вот было. В следующий раз будет еще лучше. И мы будем вас каждый раз удивлять и подпитывать новыми идеями и, конечно же, современной классной музыкой. Следующая песня, она о том, что мы живем в эпоху денег. И как ни крути, без бабла не вырвешь и рыбку из... Откуда там? В общем, вы меня поняли. Да, сказки Пушкина, конец, а кто слышал, молодец. Собственно, последняя песня, она о деньгах. И мы работаем по системе Pay What You Want, то есть, собственно, не жалейте денежки, оставляйте их в копилочке вот там, в гитаре. Можно мелочь, без проблем. Карточку гитара пока не принимает, к сожалению. Но мы будем рады. И спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Давайте поаплодируем друг другу, музыкантам и вам. Спасибо. Друзья, выходите на сцену, это же Funky Time Jam. Yeah.
price tag. But anybody to change, to change anybody. Bubbly, bubbly, wanna make the world dance. Forget about the brand. Следующий четверг, это получается 30 мая, мы вас ждем. Берите друзей, pay what you want, and don't give it up. Спасибо всем, что вы пришли. Я хочу пригласить на сцену, на заключительную песню наших друзей, которые уже неоднократно на нее выходили. Алена Томенцева, welcome. Она со своим другом гитаристом, и они исполнят очень красивую песню. В этом у меня даже нет сомнений, я даже не знаю, какая это песня. Сейчас она вам сама все расскажет. Встречайте! Академии, я считаю, что это it's a big deal, you know? Спасибо большое.
all talk to me. Da, 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 da. Stop. Come on, talk to me. Come on, talk to me. Come on, talk to me.
this time.